Я сегодня не виновен. Я больше не серый. Я вот желтый, да. А я сегодня не предатель. А я сегодня серый. А значит, это что? А это значит, что вы два придурка, ну, в смысле, которые просто поменялись скинами. И зачем банан стал серым, и зачем Хрейт стал желтым? Объясните, пожалуйста. Ну, потому что я устал. То, что вы меня всегда выбрасываете и говорите то, что я виновен. И я хочу быть всегда предателем. И я вот решил с бананом на одну серию поменяться. И он согласился, потому что он тоже устал быть всегда предателем. Уставшие вы, мои детишки. А какая разница, если желтый всегда предатель, а серый всегда виновен? Так это почти одно и то же. Ну ладно, будем мы сегодня не Хрейта выбрасывать, а банан. Хотя какая разница? А вы думаете, это у вас в крови заложено? Хрейт всегда виновен. Ты понимаешь, что это зависит не от твоего цвета серого, а от того, что ты Хрейт? А мне кажется, что нет, ты же всегда говорил то, что не Хрейт всегда виноват, а серый всегда виноват. Даже свои аргументы вспомни. Ты серый. Ну ладно. Я предлагаю, в принципе, разобраться. Потому что я не знаю, как это сегодня сработает. И тогда, если я сегодня буду путаться и называть Хрейта бананом, вы меня как бы простите. Давайте первый раунд и посмотрим, кто сегодня предатель. Кто сегодня виноват, а кто сегодня самая хитрая жопа? Чур не я! Ага, давайте. Ну, сегодня мы решили поиграть на вот этом летающем космическом корабле. А то, честно скажу, на Северном полюсе как-то жопа очень сильно замерзает каждый раз. Поэтому сегодня попробуем найти предателя именно здесь. А еще, кстати, скоро новая карта выйдет, третья по счету, тоже там какой-то воздушная башня какая-то непонятная, и мы тоже потом попробуем на ней поиграть. Так, короче, Амочка точно не предатель, это мы сейчас все видели, то уже утечка кислорода. Те люди, которые сразу с самого старта включают вот этот саботаж, точно прошаренные предатели. Банан и банан Хрейт, это даже не обговаривается. Ага, молодцы, починили. Так, а это банан или это Хрейт? Надо запомнить то, что они еще цветами поменялись, непонятно на самом деле. А пока я тут тараторил, мы уже практически половину заданий повыполняли. Ага, сейчас еще немножко и все... Ай, мать моя женщина, зачем ты меня родила, господи? Вот это задание ненавижу. Эти ведра ядрёно... Кочерышка, разливать полгода надо. Так, что здесь за задание? Вот это я понимаю. Двинул туда, отодвинул назад, и все готово. Можно побольше таких заданий. Так, банан? Нет, Хрейт, это не банан. Лирочка! Ты хотя бы это по сторонам смотри, когда у меня на глазах валишь трупака какого-то, и потом у меня на глазах прыгаешь в люк в комнате с камерами. Лерочка, чё? Через плечо! Ребят, она убила на глазах кого-то, я не знаю кого, и у меня на глазах прыгнула в люк. Ага, да, Лера, не держи... Лера же синяя! Да. Вот, Лера синяя. А синий кого-то запердохал, поэтому голосуем за Лерочку. А кого Лерочка убила, кстати? Отомчика. Бедный Отомчик, он же был еще такой молодой, вот эта Лера. Тебе не стыдно? Голосуйте за Леру, Лера, до свидания. Просто у меня на глазах, просто у меня на глазах она его кокнула. Бедный Отомчик, господи. Так. Одного маньяка мы уже запердохали прямо сейчас. Кто второй, у меня такой вопрос? А вот я как раз-таки сюда и бежал, чтобы посмотреть что-то через камеры, но Лера быстрее сюда прибежала, чем я. Ага, все, Косечка, давай, побежал отсюда, давай, да, голубенький. Ага. Так, здесь никого нет. Здесь у нас картошка крадется, как мышь, и за ней побежала Амочка. Сзади меня ходит Хрейт или банан! Все, серый банан.
И карасю-сю-сю. А, да-да, здорово! Так, по камерам вычислить всех трудно, потому что все знают... Картошка, иди в этот... Все знают то, что когда здесь горит красный цвет, это значит то, что кто-то смотрит через... Чё надо? Задание, быстро. Тут осталось еще примерно 4 задания, и после этого мы вы... Ага! После этого мы бы выиграли, если бы предатель сейчас не включил утечку кислорода. Да я бегу! Потянем за рычаги, вы главное в другой там стороне где-то будьте, чтобы успеть все выключить. Так, сюда, это выключаем, и это выключаем. Все, молодцы, справились. Мне кажется, то, что убийца Амочка, потому что Амочка всегда очень медленно всех убивает. Опа! Последнее задание. Так, это что? А, просто на рычаг нажать. И мы победили. Херейт был виновен. Херейт! Я же тебе говорю, что это не от серого цвета зависит, это зависит от твоего, это уже у тебя в крови проигрывать каждую игру, Херейт. Да потому что вы ходите толпами, и прошу заметить, в этот раз я не виновен, вы меня не выбросили, я предатель. Ну, кстати, да, а подождите, реально теория, да, получается, да, работает, он желтый, он предатель. Так, в следующей игре тогда сразу кикаем серого, серый всегда виновен. Так, я предлагаю все же на один раунд переключиться на полис, чтобы наша жопа немножко примерзла. Так что давайте, второй раунд. Карасёсичек, это должна быть прям легендарная игра, да, Карась? Кстати, я попробую выполнить задание, чтобы на своей шкуре прямо сейчас испытать, пропадают эти пырики-пупырики или нет. Да, не пропали. А я могу... Еще раз. Я еще раз даже могу вот это задание выполнить. Так, вот это уже палево, мне кажется. Надеюсь, то, что меня никто не спалил. А даже если кто-то спалил, сейчас он забежит в эту комнату. И я его запердохаю. Или даже сюда никто не забежит. Так, свет выключил. Так, Карасик, молодец, то, что выключил свет. Сейчас последний, кто побежит чинить свет, я его запердохаю. Вот, допустим... Стаси! И валим отсюда, валим в люк! Мать моя женщина, я надеюсь, то, что никто не успел увидеть, как я прыгну в люк. Ну да, конечно же. Я прям тут перед спауном нашел этот труп. Я не видел никого рядом, ну точнее, рядом была самочка, но мы шли чинить свет, и она явно не была убийцей. У меня иногда такое ощущение, то, что банан налил прям хорошо так на стоечке отомчик. Он всегда разговаривает как-то не связано, непонятно. Так, у кого-то есть какие-то предположения, кто это может быть, а? Я за банана. Почему? Он серый. Ребят, как вы думаете, это так работает? В принципе, а почему, кстати, нет? Подождите, банан, ты же серый, ты сам выбрал этот цвет. У меня есть подозрение на карася. А у меня есть Хрейдом подозрение на банана, потому что банан серый. Ну, слушайте, если мы всегда действуем по такой логике, я реально голосую так, банан же серый, да, все, голосуем за банана. Ну вот, если мы всегда бедного Хрейда за борт выбрасываем, банана тоже надо. Ага, все, банан, до свидос. Как хорошо, кстати, то, что я никогда не играю за серый цвет. Хотя надо будет один раз попробовать. Вот мне интересно, меня что, тоже каждый раз будут за борт выбрасывать? Так, Стасика запердохали, банана запердохали, сейчас я еще кого-то здесь запердохаю. Давай-ка, да карась, карась, что-то вообще сегодня никого не убивает. Так, вот здесь моя самая любимая точка, возле сральника. Я всегда за ним прячусь вот здесь. Ага, двери вот эти откроем, прячусь вот здесь и жду, пока кто-то сюда придет. А пришла Амочка, Амочка! Па! И вот сейчас обратно, вот сюда в сральник, ага, вот сюда. Выключаем свет, и как будто ничего не было.
Карась, давай, карась, мы должны затащить! Свет восстановили, это значит то, что я могу здесь где-то спрятаться, если кто-то подойдет вот сюда, я его тоже запердохую. Хотя это очень опасно, вот допустим... обратно в сральник, Опа, идеально, идеальная тактика просто. Ага. Свет восстановили. И здесь кто-то есть. Так. Да чё же вы мне не дали убить того, кто там дезинфекцию проходил, а? Братья мои. Это брат наш. Брат Эд. Я уверен, это он. Это брат Эд. Это наш брат Эд, братья мои. Чё, брат Эд? Чё я? Чё я сделал, Костя? Это ты импостер, брат. Какой импостер? Ты, у тебя есть какие-то аргументы, что я предатель? Я помню ещё предыдущую серию. Я уверен, это ты, потому что ты опять всех обманываешь. Братья мои, Голубой и Костя без каких-либо аргументов нашел труп и начинает обвинять меня. Сколько у нас здесь человек осталось в живых? 5 человек! И он просто меня обвиняет, типа я убийца. Ты хоть видел, ага? Я ничего не понял, но я согласен. Карась! Так, я предлагаю сейчас походить вместе с карасем. Тактика двух убийц в одном месте. Сюда! Иди сюда за мной! Тактика двух убийц в одном месте. Как ему объяснить, он же меня не слышит. Я один, а ты второй! А что я ему пальцами-то объясняю? Вдвоем берем и это... Короче, ходи за мной, вот и все. Подходят 2 человека, я его кокаю, а потом ты его кокаешь. Он меня не понимает. Вот, батахерайт, что ж ты его не запердохал-то? Давай, закрываем, выходим туда, если там кто-то есть, по очереди всех пердохаем. Давай, пошли. Красный с черным просто, как хорошо сочетается. Ты что там партизанишь, ахерайт? Я тебе отвечаю, это Хрейд, это чистая случайность была. А вы знали то, что можно через стенку убивать? Я его вообще на противоположной части улицы убил. Какой ты хитрый. Муа, просто муа перфекто. Это просто было вообще это прекрасная игра, просто муа перфекто вообще просто. Я хочу поинтересоваться, что это было. Я подхожу к окошку, там идут карай с Эдом. Это останавливается, я ему ручкой махаю на железно-дружеских отношениях, и он меня через окошко кокает. Ты мне рукой помахал, я думал, он мне факт через стекло показал. Тогда я извиняюсь, Хрейд, я сам не знал, что людей можно через стенки убивать. Ну, вот видите, вот это, используйте вот это мой совет на будущее. И угадайте, кого убили первую. Ну, конечно, тебя, Стасик. Ты же здесь самая яркая, розовая такая. Так, ладно, давайте 3-й раунд. Космический корабль или Северный полюс? Да, давай блин. Корабль. Корабль. Ну, давайте корабль. Хорошо. Кого? Это чё? Это в смысле? Это как ты? Три? Костя голубой, Амочка зеленая и я. Вы чё, собаки сутулые, карту мне сломали? Это как? Почему 3 убийцы сейчас попались? Я только хотел сказать то, что мне никогда не везет на этой карте. Вот на корабле я практически никогда не убийца. Я всегда на Северном полюсе убийца. А сейчас 3 убийцы вообще в одной игре. Ну, если мы эту катку не затащим, Костя с Амочкой, мы тогда сами самые большие лохопедины. Так, дверь уже закрыта. А за этой дверью у нас... Кто? Труп! Ага! Это банан! И чё ты думаешь, банан? То, что я не видел, как ты на трупе стоял, а перед этим за секунду его кокнул, и дверь открылась за полсекунды до этого, банан. Открывается дверь, я захожу, а прям передо мной валяется труп. А у меня немножко другая картина. Я захожу, и банан стоит на трупе. Вот этот серый. И потом где-то через секунды две только его репортит. Я видела Костю, как он двери закрыл. На камерах, когда была. А как ты могла видеть через камеры то, что двери кто-то закрыл? Костя, как это было? Я сейчас сам не понял ничего, честно. Да? Она меня гонит. Лера всегда на всех гонит, на самом-то деле. В каждой игре! Я до сих пор ничего не понимаю, честное слово, что происходит и как, просто как,
Три убийцы в одной игре. Костечка побежал вот туда, в ту сторону. И сейчас он точно там кого-то запердохает. А сюда побежала Лерочка, если я не ошибаюсь. И вроде ее самое любимое место это на камерах. А это что значит карась? А, да-да-да. Все, Лерочку я больше кокнуть не смогу, потому что сюда прибежал карась. Ладно, сделаю вид, то что я наблюдаю за всеми через камеры. Типа я такой, ага, тыкаю вот сюда. Тыкаю вот сюда, ага, ага, а сейчас разворачиваюсь, выключаю свет и выхожу на охоту, допустим, за Лерочкой и в люк перепрыгиваем куда, вот в медпункт, просто идеально. И типа я отсюда такой выхожу, как будто ничего не было и бегу в эту сторону. А как камера светится, я что-то не могу понять. В той же комнате труп валяется. А кто тогда через камеры смотрел, у меня такой вопрос. Ага, все понятно. Просто слепошарый не сразу его, наверное, заметил. Это Бананчик. Наш любименький главный маньяк. Потому что он стоял на камерах, за ним был труп, и все логично. В смысле, где там был труп? Я выхожу из камеры, я вижу, что вы там столпились, смотрите все на меня. Костя, за тобой труп? Подожди, Костя, ты это подтвердишь, то, что за бананом был труп? Он смотрел через камеры и даже не репортил труп. Ну, слушайте, это второй раунд, когда подозрение на Серого. Не зря он как бы серый. Он, Костя говорит, он стоял возле трупа и даже его не репортил, а смотрел через камеры. Это 100% серый! Кока ем банана! Все, банан, до свидания! И чё там был труп, я на камерах заметил, там где склад. Ну, вот видите, он видел то, что два трупа и даже не репортил. Так ты спалился только что, банан. Я побежал репортить труп, который на складе, а тот, который в камерах, я даже не заметил. Какая-то несостыковочка, банан, несостыковочка получается. Всё, банан, слишком поздно. Ты иссяк весь, всё. Ага, хорошего полета, банан. А, ну да, все, мы уже выиграли. Вопрос. Я сам был в шоке. Это как вы сами карту сломали. Почему-то три убийцы нас в одной игре были. Амочка, я и Костя. А еще и банан. Банан просто шпион. Он работал на нас, поэтому он трупы не репортил, ага. Это не мы карту сломали, это вы читы подрубили. Костя, как брат, мы что-то подрубали, брат? Это как всегда Лера все сломала. Ничего нового, Лера как всегда всякую фигню творит. Кстати, да, это наверное Лера, она всегда какую-то фигню творит, она ходит там на всякие кнопки такие тыкает, и наверное ты, кстати, Лера и сломала, да? Я предлагаю читеров за борт. Поддерживаю. Читерам не место. А чё, не, подожди, Лера карту сломала, а за борт почему-то вылетаем мы, это как, неправильно получается? Это произвол! Такому нельзя быть! Свергнуть власть! Новая империя! Первый пошел! Костя, иди сюда, Мы. Костя, скажи то, что мы здесь ни при чем! Это Лера сломала всю карту! Да, а мы-то тут при чем? Карась! Это же ужасная смерть! Иди вперед, мой! Новая эра! Ты представь! Новая эра! Долой читеров! Костечка! Меня-то за что? Лер, вы еще и Леру скинули! Ну я же говорю, Лера всю карту поломала! Ну тогда Лера с нами отправляется в открытый космос, да, Лера? Долой эту власть! У нас будет новая империя! Честная империя! Вперед! Ура, товарищи! Ура!